Да? Я надеюсь, что нет. Флаг уже порвал, к сожалению. Ага. А есть еще на свете такие флажки? Я думаю, этих флажков еще столько, что такие как дяди, как он, устанут их доставать. Я тоже. Ну вот. Не, малышка. Люди туда его аккуратненько положили, чтобы он был виден и радовал других людей.